Привет, друзья, с вами Кирникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием House Flipper. Мы с вами по чуть-чуть каждую серию пытаемся реконструировать нашу хибарку. Мне говорят, подкупи новый дом, отстрой побольше стен, чтобы у тебя было поместительнее, типа якобы здание. Боже, я никогда не смотрел на район. Слушайте, он шикарен. В общем, да, к чему я. Я не буду менять дом, потому что мне нравится такое расположение дел. Серьезно, когда все в максимально ближайшей доступности. Особенно бомбоубежище. Вот, это меня дико доставляет, поэтому я все оставлю как есть. Но буду менять только предметы, которые у нас есть. Сегодня мы возьмемся с вами за столик. Давайте, как истинный задрот, положу ноут на компу... На этот... На компьютер, чуть не сказал. На кровать. Так, а это добро мы продадим и купим нормальный стол. О боже, у нас даже розетки есть. Так, окей. Где у нас столы, пожалуйста? Можно. Так, столы. Компьютерный стол меня интересует. Причем такой, чтобы красивый был. Не такие вот, как с Икеи. Хотя, в принципе, и такой сгодится. Чем мне вредничать? Вот особенно черный мне по душе. Есть белый, черный и деревянный. Давайте деревянный, чтобы мы хоть как-то изменили вид происходящего у нас в комнате. А то все черное, белое да зеленое. Так, давай, аккуратненько повернем так, чик-чик-чик-чик-чик-чирик. Так, хорошо, шкафчик мы здесь обновили, этот мы обновили. Ковры, в принципе, тоже обновить не помешало, а то это хрен его знает. Из шерсти кота уличного какого-то, наверное. Так, здесь мы заменим, когда уже научимся работать с плиткой. Поехали. 8 писем, ёпарес это. Заказ по уборке гаража, дом оставшейся от тетки, новая стена, жилой бункер. Прекрасная жена решила, что мамочка будет с нами жить, и решила, что мамочке самое идеальное место будет холодная металлическая конструкция, закопанная глубоко под землей. Так, хорошо, для того, чтобы мамочка могла жить там, ну да, это самый минимальный минимум. Кровать, ванную комнату, кухню, и тогда я пишу минимум. На самом деле, это подразумевает, не слишком преувеличу с удобствами, потому что я надеюсь, что она ненадолго у нас погостит. Так, подписано ожидающее выселение любимой мамочки. Ну ладно, давайте. Так, поехали. Бункер для любимой мамочки. Задание. Так, огромная территория, кстати, довольно симпатичная. Мне нравится. Правда, вот это размытие дальнее мне не особо нравится. Так, меблировать комнату, очистить загрязнение, установить устройство 3 штуки, уничтожить гнездо тараканов и убрать мусор. Дрятуйте, где у вас вход в подвал? Можно узнать. У них здесь паутины висят. Понятно. Не здесь, возможно, даже в подвале. Так, это комната обычная. Где спуск в подвал? Алло. Гараж. А где подвал? Лол, серьезно? Та ну не ходи. Ой, боже. О, мой бог. О, мой бог. Так, убрать мусор мы убрали, учистить. Давайте сразу же все в каждой комнате будем проделывать. Так, вот здесь паутинка у нас была. Все, зачистка есть. Открываем бункер. Это еще включатель свет. Матерь божья, что здесь произошло? Так, ладно, давайте по стариночке. Так, это все надо будет, наверное, продать, мне кажется. Не дай бог мне скажут это выставлять на полке, я аж с ума сойду. Серьезно, так, загрязнение. Давайте вот это точно выкинуть. Так, коробки все выкидываем. Так, это нафиг, нафиг, нафиг. Чертям собачьим. До свидания, до свидания, до свидания. 84%. Так, что-то еще здесь считается мусором. Ни канистры, ни еда. Серьезно? Винтовка? Нормально живут ребята. Пацаны, вообще, ребята, так, мусор. Вот здесь что-то еще нам показывает. Коробочка. А, это стул был мусором? Это стул тоже, да? Так, и на 7% еще что-то осталось. Вот здесь коробочка. Мини-карта все-таки полезная вещь, слушай. Я так подумал. Так, давайте зачистим теперь территорию. А, нет, стоп, еще где-то мусор есть. Вон тут в углу где-то. Это мусор, да? Да. Так, зачищаем теперь в плане грязи. Давайте аккуратненько. Все же для мамочки. Вероятнее всего, пожилой женщины. Давайте приведем все в порядочек. Так, жуки, я до вас сейчас доберусь, погодите секунду. Я до вас еще точно доберусь. Так, здесь все, на потолке ничего нет. Отметок больше нет, но при этом не 100%. Так, вот здесь еще. Все остальное, видимо, глазами придется искать. Окей, я понял. Так, паутину давай заберем. 85%. Еще одна паутинка. 90%, значит, еще два каких-то пятна должно быть или что-то тому подобное. Так, ну так-то ни хрена больше не видно. Ладно, давайте жуками разберемся, запылесосим их. А, товарищи жучки, без обид. Ничего личного, только бусины. Так, до свидания, до свидания, до свидания. Да что ж вы там за едой прячетесь-то, ну? Они там еще ниже, наверное, сидят.
Так, вот еще парочка друзей. Я больше не вижу. Не, блин, придется это все разгребать, наверное. А мне возможно... Ой, я могу продать, серьезно? Пожалуйста. За кого ты меня принимаешь? Не могу это продать. Мне придется это перемещать. Ёпересете. Давайте сюда поставим. О, выползли. Пацаны, стоять. Да пылесос достань. Нет, все еще не зачищено. Так, стоять. Сюда. Банка сюда. Вон еще один товарищ выполз. Еще один выполз. Так, сейчас, тихо, пылесос. Достань. Давай. Брэп, брэп. И все еще нет. Да вы что, издеваетесь? Жуки, где вы там прячетесь? Я сейчас весь стеллаж перемещу. Я же вас достану, вы знаете. Я уборщик от бога. Так что, опасайтесь. Так, надо, наверное, присесть, посмотреть под сам стеллаж. Так, забирай. Приседаем. Не, не вижу ни черта там. Так, эту хрень тоже заберем. Давайте стеллаж сместим. Вот сюда. Все, попадало. Так, жуков здесь больше нет, алю. Уничтожь гнездо. Ну так-то я их отпылесосил по полной. Чё за развод? Так, отстань. Поле бы где-то тут сидит под какой-то, не знаю, рисом или гречкой. Сидит один жучок, который не даст мне жизни. Я уже вижу, как в комментариях написано. Вон же он был, ты его не увидел, Керникс, ты слепой. Мать твою. Так, уничтожьте достаточное количество тараканов, ты уничтожил гнездо. В смысле? То есть, я должен был вот эту всю шушеру елозить, а потом мне все равно написали, что уничтожил. Ладно, бог вам судья. Дальше, поместить предметы. Турбина? Вы серьезно? Очистить загрязнение, 10% еще осталось. 10% на миникарте, кстати, не показано. Мне интересно, может оно считает это просто все как одну комнату? Нет, оно не считает это все как одну комнату. Я как бы этот срач, серьезно, я не хотел бы его убирать. Я хотел бы его просто взять и... Как это... Мягко так сказать. Как бы так помягче сказать? Давайте его сюда выставлю, чтобы оно мне лично не мешало. Так, ладно, установка турбины. Турбина так турбина, не вопрос. Я, правда, не совсем понимаю, что под этим подразумевается. Турбина, вырабатывающая электричество. Серьезно? 60к? Сейчас будет смешно, если это не то. Поместить предмет. О, не видно. Вот это то, о чем мне говорили. Так, настройка. Нам нужно изменить язык на английский. Тогда мы поймем, что от нас хотят. Так, Place Object Turbine Power Generator. Да, это то, что нам нужно. О, давайте где-то здесь его поставим. Мне, в принципе, я так понимаю, плевать. Так, Place Object Kitchen Cabinet with Sink. Поехали. Kitchen. Кабинет, как на виз. Kitchen set, kitchen island, kitchen set, kitchen, kitchen cabinet with sink. Вот. А какой? Обычный, видимо, да? Давайте как-то втулим. Здесь такой срач сейчас будет, короче. Его мама отсюда сдриснет в первые пару дней. Так, поставить еще один шкафчик только с двойной дверью. Ну, пожалуйста. Спасибо. Так, кабинет. With doors. Ням-ням-ням-ням-ням. Кабинет with sink. Кабинет with... Double doors или обычный был? With single doors. Давайте посмотрим. Double. Double doors, да. Блин, его надо развернуть корректно, да? Давайте вот так поставим. А тебя примкнем к нему. Ну, чтобы хоть какой-то фэншуй соблюсти. Так, пройти здесь можно? Отлично. Замечательно. Не, она тут жить не будет, я вам гарантирую. Так, cabinet with hanging shelves. Так, hanging shelves. Cabinet with hanging shelves есть. Так, его сверху поставить нельзя. А, он подвесной, отлично. Вообще замечательно, сэкономили место. Дальше что? Bunk bed. Bunk bed. Мы тут, короче, и тюрячку создаем, походу. Блин, не гоните, что мне придется все говно перемещать. Я не хочу. Совершенно. Так, а здесь он влезет, если я уберусь? Влезет. Сейчас, 2 секунды, ребят. Так, уборочка есть. Мне кажется, или она сожжет своего зятька. Просто сожжет, я вам говорю. Так, дальше что нам нужно? Induction cooktop. Induction cooktop. Он у нас куда? Сюда станет идеально просто. Раз, два, три. Так, что еще? Simple table. Блин, да куда я это должен вместить? Это что за издевательство? Так, simple table, давайте. Тить, колотить. А я там потом пройду вообще? Так, сейчас проверим. Да, я пройду. Так, дальше. Cherry golf.
Так, Чир Инглф. Где он у нас? Вот. Беленький. Давайте его поставим. Все засрано. В углу будет сидеть, короче. Так, и последнее. Еще один чейр, да? Блин. Это уже проблемка. Небольшая такая. Ну, давайте сюда поставим. О! Какое жилье идеальное, смотрите. Мне кажется, она зайдет, развернется и уйдет. Серьезно. Просто как-то так произойдет. А по загрязнению я, кстати, так и не понял, где у нас проблема. Можно, конечно, поелозить на рандом, типа, но... Мне кажется, это нам ничего не даст. Тем более, что некоторые вещи уже заставил. Потолок вроде бы как загрязненным не считается. А паутинка вот еще одна. И еще 5%. А вот где? Гадай да угадывай. Ну, сейчас я углы все проверю. Нет, паутинок больше нет. Значит, где-то либо пятно, либо еще какая-то хрень. Ладно, давайте сейчас с этим карцером разберемся. А, так, здесь что, тоже паутины? Нет, паутин нет. Все, 100% чисто. Так, установить девайс. Мы, кстати, можем, в принципе, вернуть уже русский язык, я так понимаю. Так, English. Change to Russian. Где он? Turkish. Украинян даже есть. Ой, нет, это будет слишком смешно. Так, Russian вернули. Установить устройство. Давайте закроем бункер. Смотрим, у нас есть ванная. У нас есть душ. И у нас есть помпа под... Чё? По-моему, раковина здесь должна быть. Раковина, да, поехали. Все, что нам нужно в ванной комнате. Раковина number one. Становись, установить, шпуньк, шпуньк. Теперь, кстати, синим отмечается. Раньше вроде бы белым отмечалось. Так, задвинули, шайбочка раз, гаечка два. Раз, два. Запихтарил, закрутил. Запихтарил. Запихтарил, закрутил. Мне, кстати, надо посмотреть, может у нас там что-то уже прокачалось. А то я так... Весь в процессе, так сказать. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Не, у нас ничего не прокачалось. На что я вообще рассчитывал же? У нас что-то прокачиваться будет. Так, душевая. Я правильно понял? Я правильно понял, но... Здесь у нас два винтика. Забираем. И три даже. Даже не два, даже три. Так, установись, поехали. Это довольно... Это уже как это, пройденный этап, то есть ничего сложного в этом нет. Так, поставили. Замечательно, приконнектили. Засверлили. Харющ, харющ. Красавчик, могёшь, умеешь. Так, поставили, эти закрутили. Чигидау. Так, смеситель есть. Есть, стеночка, дверца. Зачем эти болтики? Нельзя там, не знаю, на каких-то этих заклепках, чтобы не закручивать лишний раз. Так, раз, два. Вот это у него маман обрадуется, конечно, серьезно. Это будет счастье просто для нее. Я же даже уверен, что он нам не давал вроде бы задание красить стены. То есть это будет в первозданном виде, так сказать. Извращение просто. Так, раз и последнее. Раз, два. Так, хорошо. А, еще короб. Короб есть. Так, осталось еще одно место у нас под тубзалет. Тубзалет у нас, естественно, самый дешевый. На другой не накопили. Раз, два. Бачок, крышка, стульчик. Изи. Все здесь все сделали. А там еще куда-то проход, да? Ядрить, колотить. Матерь божья. Это что такое? Это песок сверху насыпал или что? Или это, как его, канализационный слив с их туалета? Так, полная чистка есть. У нас сверху выход опять-таки в бункер. Но у нее два входа в дом, слушайте, это уже неплохо. Так, мне кажется, что единственное, что я не доделал, это как раз найти последнюю засранную точку. Так, сейчас я все провинчу еще разок. Еще разок, но я уверен, что я ее не найду. Инфа 100%. Ну мы и так, сколько мы там получим за эти 5%, боже, херню какую-то. Поэтому, в принципе, смело можем заканчивать. Бункер, мать его, готов. 700к, серьезно. Вы просто задумайтесь, приезжает к вам теща, вы вкладываете 700 косарей на то, чтобы, собственно, она пожила пару дней в уродских условиях и, собственно, уехала от вас. Это просто непонятное что-то. Так, хорошо, что у нас есть? Требования заказа минус 2, минус 5, минус 10%. Я не совсем понимаю, что подразумевает под собой требования заказа. Так, опция договорной цены, больше шанс на успех в переговорах. Это, наверное, в будущем, когда мы с домами будем работать. Окей, так, скиллов нет. Здравствуй, родной домик. Нас все так же не научили работать, кстати, с плиткой. Как бы это прискорбно не было. Реновация дома. Я продал старый дом, который напоминал мне о ней. Так, пить новый, он нуждается в восстановлении. В нем надо прибраться, установить батареи. Там много работы, у меня самого нет сил. Так, это понятно, погоди, Соболев, Эрнест.
Так, большой дом, которому еще не хватает второй ванной комнаты. Кстати, возможно, именно во второй ванной комнате мы и будем заниматься плиткой. Поехали. Так, и первое, что мы видим в списочке, самое важное, это класть плитку на стены, изменить стены, меблировать комнату на польную плитку. Мы близки к успеху, слушайте. Так, можно отдалить немножко. Чик-чик-чик-чик-чик. О, идиллия. Так, хорошо, убираем, значит, вот эту стену вместе с дверью, да, на которой я сейчас стою. Хорошо, там мы убираем, там убираем. Боже, сейчас, короче, извращение будет, я вам гарантирую. Где наш молоточек священный? Так, священный молоточек, а ну, хоп, красавчик, хоп. Мимо. Не долетел молот. Shit happens. Убирай эту грязь. Вот это тоже убирай. Двери, кстати, я так понимаю, мы сможем продать. Заработаем. Ну, понимаете, о чем я, да? Так, это минус. Все, она здесь мешала. Я надеюсь, меня не заставят здесь красить. Очень не хотелось бы. Так, забираем вот эту часть еще. Гуп. И гуп. И гуп. Главное, лишнее ничего не жахнуть, потому что потом его придется, наверное, красить. Это мне не очень по душе будет. Так, забрали. Все стены демонтированы. Замечательно. Забираем эту дверь. Ты здесь не нужна. Упс. Так, и вот, собственно, та самая комната, которую нужно превратить в ванную. Батарея, надеюсь, здесь должна быть. Так, положить плитку, установить устройство, положить плитку. Давайте, наверное, мы сначала положим плитку. У нас, кстати, опять с названиями проблемы. Давайте вернемся в English. Так, mount devices, так, clay tiles, ceramic tiles gray и ceramic wall tiles gray and ceramic tiles gray. В смысле, мы двух цветов должны сделать, что ли? Это будет странно, мне кажется. Ладно, давайте сначала сделаем пол, так и быть. Так, как еще раз он называется, ceramic tile gray. Поехали. Я не все выбрал, все. Керамик Тайлс Грей. Грей, Грей, Сашу Грей. Так. Вот самый обычный керамик Тайл Грей без всяких визеруночков. Купить. И что у нас получается? А, мы вот так его выкладываем. Стоп, отмена тогда. Блин, не полная отмена, юб пресеты. Так, buy now. Давай выкладываем вот так. Настолько все на изи, серьезно? Кстати, дверь очень крутая. Мне нравится стекло, типа. Или это забаганное деревянное? А, я просто не вижу двери, когда с плиткой в руках. Не знаю, зачем эта фича, но... Это факт. Так, хорошо, дальше. Lateral Ceramic Tiles. То же самое, только с прибавочкой Wall. Так, это забираем. Ceramic Tiles Wall... Это Cepheda. Так, Wall Tiles Gray. Давайте проверим. О, мы получаем стопку. Хорошо, чисто с целью эксперимента. Будет ли у нас выше 50%? Так, взять плитку, я так понимаю. А, это весь не годится. Так, где у нас установка плиток? У нас есть вообще? Так, тайлинг и пендлинг, вроде бы это. Так, press to pick up tile. Есть, плиточка есть, давайте начнем отсюда. Шлеп, шлеп, ногам наляпали. Нихера себе. Неплохо. Неплохо, взял следующую. Ну, слушайте, не все так плохо, как я думал. Я боялся, что нам придется по одной плиточке класть. А это было бы каторга, серьезно. Нешуточная такая. Хорошо, сейчас проверим. Вроде бы как написано «и», то есть подразумевает под собой не «или», а именно «и». А что значит «unscrew»? А, типа мы можем отколупать их и положить новую, я понял. Все, вопросов нет. Попробуем положить больше 50%. То есть можем ли мы только один вид выкладывать, чтобы не делать комбинейшн из двух видов. Ceramic Tiles Grey. Там, кстати, написано не Wall Tiles, а обычный Ceramic Tiles Grey. Ну, в общем, попробую сейчас больше 50 положить, там посмотрим. Так, получил апчик, абсолютно неожиданно. Так, что у нас? Тайлер, вот. Гораздо быстрее мы будем ставить все эти панели. Давайте, ну как гораздо, на 20%. Сейчас проверим, насколько это действительно ускорит процесс. Да, побыстрее. А то я уже думал, что я тут с ума сойду, пока буду это все выкладывать. Но нет, все окей. Так, но эксперимент показал, что больше 50% засчитывает. Поэтому, в принципе, мы можем не смешивать разные абсолютно стили. Я просто не понимаю, какое отношение к стенам имеет, собственно, Ceramic Tiles Grey. Не Wall Tiles, а то есть обычные плиты, которые напольные.
Ладно, не имеет значения. Еще смущает, что с такой же, если мы красим стены, то у нас мелкие объекты красятся быстрее, то с укладкой плитки это так не работает. Нам приходится действительно столько же времени тратить даже на маленький объект. Да ладно, еще скажите, что мне сюда надо. Да ладно, вы что, изверги, кто? Кто так лепит плитку? О, короче, работен у меня еще достаточно. Фух, славьте господи, все, плиточка есть, замечательно, остатки продаем, и нам осталось... Чуть-чуть, не надо ничего разрушать. Нам осталось установить предметы, и, по-моему, нам там еще зеркало нужно было, да? Да, place object mirror. Окей, зеркало мы тоже поставим, сейчас мы все откупорим. Заготовим. Надо, кстати, чтобы нас... А у нас, по-моему, больше развития нет, кстати, по установке. У нас же там 100%, если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, ошибаться, но, походу, нет. Так, стоп installations. Здесь, по-моему, не будет все находиться, что нам надо. Габар, Селинг Лампс, Карпентер, Бэтс, Бас, Рум. Вот, что нас интересует. Раковина нам не нужна, по-моему. Если я не ошибаюсь. Нам точно нужен душ и нам точно нужен туп-залет. Это инфа 100%. Так, шпоньк, 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 шпоньк. С установкой мы уже почти профессионалы, серьезно. Только если можно было еще сильнее ускорить установку, было бы круче. Там 300% скорость, ты просто моментально, только кликнул, все, готово. Без всяких задержек, абсолютель. Было бы круто, конечно, но не в этой жизни. Абсолютно не в этой, давай, закручивай. Дверца готова, ручечка готова. У них слишком крутые душевые, слушайте. Да, они там не мега-дизайнерские, не полукруглые, но тем не менее. Тем не менее, очень даже солидно. Так, раз, два, три, там угол не нужен. Есть, есть, шпонь. Шпонь. И сюда тоже держи. Короб, готово, замечательно. Я могу открыть. Лол, я даже не знал, что я могу открывать душевую. Окей, а почему она... А, правильно, это не эти. Я все время думал, что это будут раздвижные дверки. А это ни хрена не раздвижные, там поворотный этот механизм просто. Тьфу, ёпарасы, вот не открыл бы, не узнал, серьезно, как так жить вообще? Так, туп-залет он где? Туп-залет он у нас сюда. Туп-залет это вообще, изи. Раз, два, три, четыре, пять, до свидания. Так, и здесь у нас должен быть синк. Окей, умывальник что ли? Разве называется синк? Лол, ладно, never mind. Perfect English, все дела. Так, задвигай, задвигай, задвигай. Красавчик. Да не, просто ты не дотянулся. Раз, два, молодец. Вот если бы вот эти вот фрули, как его, гаечки закручивались бы быстрее, было бы куда круче, конечно. Но, видимо, не судьба. Раз, два, два, говорю. Трис. Раз. Раз, два, три. Хренак. Хренак, дело в шляпе. Так, замечательно, и поставить зеркальце. Ну, его, естественно, лучше над умывальником ставить. Сейчас мы посмотрим, какое зеркальце нам предложат. Потому что я когда ставил, да, другого не дают. То есть только такой вариант. Ну, давайте белый, у нас, собственно, комната такая, вся ванная такая серо-беленькая, так что... Сгодится. Еще не выйдет ровно поставить, и твою мать. Ладно, не мне ж в него смотреть. В будущем. Так, с этим готово. Что у нас осталось? Еще три задачи. Три задачи. Смотрим, что у нас здесь. Так. Alluring Lavender and Bright Lavender. Подождите, я должен перепроверить, как это на русском звучит. Потому что, в принципе, я так понял, что я могу так красить в один цвет. Это никак не звучит на русском, я понял. Я вас понял. Намек уловил. Так, Alluring Lavender. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Alluring Lavender. Есть такая. А как выглядит вторая? Bright Lavender. Bright... Не Bright, нет. Bright Lavender. Типа якобы в два цвета красить. Я, конечно же, этого делать не буду, вы же меня поймите, да? Я что, дурак? Если у нас есть вариант в один покрасить, зачем я буду в два красить? Это будет как-то неправильно, а миссия все равно будет выполнена, как бы там ни было. Какая прям сверхфиолетовая. Аж глазовыедающая немножко. Но тем не менее... Тем не менее, можно покрасить. Ну, в общем-то, минутка дела. Так, комнатка перекрашена, только падла не хватило совсем чуть-чуть. Чуть-чуть краски, чтобы мы вложились в одно ведро. Поэтому следующий апчик у нас будет как раз на экономию краски при, собственно, всем этом деянии. Так, это продаем. Хорошо, next one.
Так, в проходе у нас нужно было только стену выбить. Боюсь, что здесь надо красить. Фух, здесь не надо красить. Харичу. Так, здесь что надо? Sky Blue здесь нужен цвет. Ну, мне кажется, здесь мы тоже в один. В одну коробочку не это. Одной банки не хватит. Так, Sky Blue. Есть такой красавчик. На кровать нельзя поставить? На пуф тоже? Да что ж ты будешь делать? Ну, везде меня ужимают. Так, проверяем. Ну, симпатично, симпатично. Ничего сказать не могу. Симпатично. Окей, сейчас закрасим. Славьте господи, в этот раз хватило. Одной баночки, еще мы ее сейчас втюхаем. За сколько? А, она просто ремувниц. Жаль, жаль. Она, видимо, все-таки пустой под конец оказалась, но в этот раз хватило. Так, и последняя комната, которую нам нужно разукрасить. Это не эта комната. А, скорее всего, вот эта, да? Да, Sleepy Blue нам нужен. Что ж ты будешь делать? Что ж у вас? Интересно, сколько мне за это заплатят, кстати. Сейчас надо будет посмотреть. Sleepy Blue. 400 тысяч, ну и плюс эта комната, блин. Не так уж и много, сколько мы здесь потеем, я вам скажу. Неравноценно, абсолютно. Так, проверим, как она смотрится. Лол, я только что сэкономил краску, потому что у меня остались остатки прошлой. Прикольно, прям читерство. Но миленько, миленько, не спорю. Довольно миленько, причем он, по-моему, как-то сонный синий назывался, да, у нас на переводе. Окей, ладно, сейчас и это закрасим. Так, славьте господи, дело в шляпе, еще и на краске сэкономили немножко. Все покрашено, все приведено в порядок, за это мы получаем 476 тысяч. В принципе, норм. Я остался довольным. За день мы срубили больше 1 000 000 рублей, просто на небольших таких несерьезных ремонтах. Ну и настало время привести-то в порядок нашу ванную комнату, раз к тому пришло, довелось, так сказать. О боженьки, что с нашей лампой? Вообще, наверное, мы поменяем технику тогда, все, что здесь стоит. Потому что что-то оно как-то всратенько выглядит немножко. Так, где у нас басрум? Так, давайте смотреть. Давайте, наверное, сначала удалим старое. Сделаем покраску, всю эту фигню. До свидания, до свидания, до свидания. Тут хоть пробки открыты все? Да, пробки все открыты. Так, и ты тоже иди нахер. Для начала мы посмотрим. В басрумовске никакой информации нет. И поэтому поставим лэмп. Нет, сейчас все-все-все выбери. Все, пожалуйста. Так, какие у нас лампы есть? Которые бы подошли для... Вот такие подошли, кстати, по идее, да? Они же потолочные. Давайте одну над душевой поставим. Вот здесь. Я хочу еще. Давайте вообще сделаем мини-квадратик. Он пусть будет кривой. Он уже кривой, да? Да, он уже кривой. Но, тем не менее, будет освещение то, что надо. Так, и этот кривой вышел. Замечательно, перфекционисты, страдайте. Все-таки было запланировано. Так, пол нас интересует. Нас интересует тайлс. Какой нам подойдет? Какой же нам подойдет? Давайте желтенький сделаем. Стоп, это не тот тайлс, это wall tiles. У нас есть распределение. Нет, у нас такого распределения, только керамик. По керамику будем искать. Керамик тайлс обычный, керамик тайлс сепия, тайлс оранж. Вот, это напольные, отлично. Так, начинаем отсюда, заканчиваем вот здесь и вот здесь еще чуть-чуть. Так, уже симпатично, уже симпатично. Так, это забираем, стены не надо мне делать, прекрати. Так, и теперь нам нужны керамик волл. А вот с керамик волл у нас проблем, ну, наверное, не цвет... Нет, они цвет не меняют, слушайте. И зеленый тоже нельзя изменить. Что-то не густо как-то у нас по настенным плитам. Хотя, сейчас мы проверим еще так, как мы через тайл списали. Может, там не керамический, а с какого-то другого говна. Керамик тайл оранж. Нет, это напольное. Ну, слушайте, выбор не густ совершенно. Есть такие какие-то вообще поцарапанные, не знаю, в чем прикол. Так, это тоже напольное. Хорошо, если tiles wall комбинацию проверим, все то же самое находит. Не очень хорошо, ну, блин, желтый с зеленым вообще никак не котируется, мне кажется. Хотя, чем чертяка не шутит, да? Сделать извращение, так уже божественно его сделать. Кстати, мне интересно, мы вот сюда сможем разместить? Так, первое, что мы делаем, выбираем гамноляп, берем, проверяем. Да, мы можем сюда поставить плитку. Замечательно, хренак. Да, будет очень уродский желто-зеленый.
По-другому, видать, никак. О боже, это будет реально страшно. Но это же бомбоубежище, в конце концов. Так, пока гам наляпил тут по чуть-чуть. Уже, собственно, и скильчик получил. Давайте еще на 50% быстрее. Я, кстати, хотел всегда проверить. Есть ли разница в стоимости? 253, 253, заметьте. Здесь плиток, дай бог, осталось нам сколько? 4 из всего набора, а стоимость одинаковая. Просадочка. Просадочка у наших разрабов небольшая вышла. Ну да ладно. О, так это другое дело, слушайте. Гам наляплю как бог просто, вы посмотрите. Тяп-ляп. Вот это самое дебильное, конечно, что мне целую плиту надо тратить. Так, сейчас присядем. О, целую плиту нужно тратить на то, чтобы установить маленький кусочек. Хотя за эту же плиту мы можем целую полосу на стене сделать. Некорректно, непонятно, не вообще никак непонятно. Так, хорошо, сейчас я быстренько установлю всю технику и посмотрим, что из этого у нас получится. Так, товарищ, стоять. До свидания, 253, 253. Изи мани. Собственно, все. Туалет наш преобразился абсолютно. Красивые лампы, мегатуалет за 4000 рублей на секундочку. Мега душевая, в которую, в принципе... Лол, я в нее даже зайти не могу, ёпарес. Все, я спрятался. Вообще, мега душевая есть, раковина есть, все у нас теперь присутствует и все в порядке. У нас теперь элитное убежище, матерь божья, для, собственно, ремонтника. Как говорится, не подарили, а наработал. Так что, заслужил, заслужил. Ну что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.